Я повторюсь опять, что все-таки этот вопрос очень сложный. Давай. И как сказать, что он нет или да, этим ну, нельзя просто этот вопрос вот так вот решить. Вот. Я много размышлял об этом. Ну, созванивался с другими садоводами. Ну, в частности, вот с Долматовым. Кстати, он, не знаю, живой или не живой, он в тяжелом состоянии был, когда я ему звонил. Вот. Потом с Щедопаловым созванивался. Вот. Оба они отмечали, что значит? Что они предпочитают раннелетнюю обрезку, то есть это где-то первая декада июня. Вот. Значит, Долматов, он говорит, что он замазывает все эти срезы, ну, его лак-мастика Долматова. Секунду, я включаю, я Долматова сейчас фотографию покажу, его телефон. Валера, должна быть польза от нашего разговора. Вот сейчас, секунда, вот мой сайт, вот центральная страница. Вот он, Долматов, и вот его телефон. Это из уважения к нему, он в тяжелейшем состоянии. Поэтому будем... Я в курсе. Все, теперь это, Валера, случилось несчастное, первая минута не записалась. Повторяю, значит, на связи со мной Еврейская автономная область Валерий Хрусталев, один из первых моих, не учеников, мне много учеников, а собеседников, значит, друзей, вот. Первый человек, который вырастил мой персик и прислал фотографию с плодами. Самый первый, это было почти четверть века назад. Вот. Человек, который очень уважаю, мы где-то, видимо, не сошлись во мнениях. И вот от вас поступил звонок. Слушаю. Значит, звонил я и Чудопалову тоже по поводу обрезки. Меня интересовало, во-первых, что? Как они обрезают? В какое время? Значит, обрезают они в первой декаде июня. На кольцо, как Долматов, так и Чудопалов. Долматов, он замазывает срезы лак-мастикой. Я спросил у него, как зарастание? Он говорит, хорошее, говорит. Значит, разговаривал я с Чудопаловым Сергеем Владимировичем. Я говорю, как, Сергей Владимирович, у вас зарастание на кольцо, то же самое в первой декаде июня? Он говорит, 100%. Я, правда, не уточнял диаметр срезов, я это не уточнял. Вот сразу это я обращаю на это внимание. Но он что, значит, отметил такой нюанс, что ли, как выразиться. Он, говорит, через день меняет садовый вар. Снова через день он снова замазывает. Все проходит и снова все меняет. И так постоянно. И вот у него, говорит, 100%. Вот. Сейчас, что меня сейчас подвигло на этот разговор, сейчас я встретил ролик одного садовода. Но я потом скину тебе вот этот ролик. Вот. И для меня будет интересно твое мнение и твоя оценка, что в этом ролике будет сказано. Там, значит, будет сказано по жировикам. Значит, способы обрезки. Там рассматриваются здесь все способа. На кольцо, на пенек, на взламывание. Вот. И, в общем, как он уверяет, и альтернатива. Допустим, идет там второй вариант, можно перейти на первый вариант. Не идет третий вариант, можно перейти на второй вариант. То есть по обрезке, вот, по виду обрезки. Вот. Я, в общем, скину тебе вот этот ролик, да. Вот. Для меня будет интересно узнать твое мнение вот об этом ролике. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Ну, а далее я сам буду на контроль это дело возьму, потому что я как-то не особо я брал на контроль вот эту вот тему. Вот. Но на будущее это я возьму на контроль у себя. Да. Так, что же нам делать-то, бедным? Как это? Нам не придется. Вот взял на контроль. Мне интересно лично твое мнение. Чудопалов – суперспециалист. Значит, Долматов – суперспециалист. Оба мои, в данном случае, оппоненты.
Тем более, что мой ближайший друг – это как раз Долматов Александрович. А это не мешает нам дружить, помогать друг другу и спасать друг друга. Спасали мы друг друга, это наш святой тройной союз. Латинков, Долматов, Железов. Вот. И тем не менее, значит, я остаюсь приверженцем того, что из всех обрезок самое смертельное – обрезка на кольцо. Доказательств я приводил сотни фотографий, сотни, а самое опасное самое доказательство фотографии, когда распиливаешь дерево поперек. Вот. И что мы делать сейчас? Начинать мне эту доказывать вам, что вы не правы, а стоит ли? Вот. Ну и хочется. Я не утверждаю. Я просто как бы, если выразиться более точно, я сейчас нахожусь на нейтральной позиции. Ой, здорово! Пока сам я не убедюсь вот, в результатах этого, я пока конкретно не так не могу ответить пока. Так, смотрите, вот это вот мой архив, вот это вот, здесь найдем слово «обрезка» сейчас, ага, фотообрезки. Значит, это не полные данные, потому что я их продолжаю накапливать. Вот, сейчас я выберу несколько. А, кстати, Валера, я смогу. У тебя долго не было почему-то элементарного интернета, да? Вот сейчас я могу куда-то выслать этот ролик? Ну да, конечно. Сейчас идет съемка. Вот, я очень благодарен, потому что я не собираюсь сюда Палова, Его укрытие, это спасает его и его деревья, которые он считает обрезанные, удачная обрезка, я считаю смертельная, но если укрывает, то продляет им жизнь. Вот это я хотел сказать. Я не собираюсь ни с ним дискутировать. Дело в том, что у меня с ним получилось как? Дружба не получилась. Его задают вопрос Чудопалову. А как вы относитесь к тому, что Валерий Константинович, он выращивает там без укрытия, у него он-то укрывает те же персики, а я нет, в большинстве своем. И вдруг от него, знаете, какой ответ? Он меня разочаровал. А у него теплее. У меня существует таблица, я сейчас не буду показывать. С Москвой разница 8 градусов, средняя зимняя. Практически одинаковая с Новосибирском, Красноярском, а свой дальневосточный край, пусть он сам сравнивает. Вот. Вот просто сказал теплее, а я это воспринял как несерьезно. Надо цифры, а не у меня теплее. Вот это он просто, извини, что я перебил тебя. Он просто поторопился, он не подумал с ответом. Здрасте, вот. Это же суперспециалист, он обязан думать. Нашел теплее. Там более верно было бы сказать так, что не теплее, а суммарная величина всех климатических компонентов. Да, именно. Да, Валера, добавь сюда бесснежье. Несколько сантиметров каждый год. Бесснежье в морозы. То до Нового года ни одного этого нет. Вот вам и суммарное. Вот как раз все, что минус, все накапливается не в мою пользу, а деревья живы. Так, отклонились. Смотрите, первая фотография, которую я крупный план показываю. Это самое, что в наших местах, да, оно как бы залечилось. Потом увидите, я же снимаю с экрана, просто потом покажу, вышлю вам. По WhatsApp сможете мне запрос сделать? По WhatsApp этого же фильма. Так вот, я показываю то, что происходит. Самое деревья, которое я также показывал Курлину, говорю, вот видишь, зажило. Я потом разрезаю поперек, они мертвые. То есть вот это вот обрезка так называемая на кольцо. Один пример. У меня их сотни. Ну, то, что подвернется под руку, я покажу. Только прошу, Валера, не стать на мою сторону, но хотя бы отнесись к этому, как сказать. Ну, именно. Ты, конечно, в твоем саду, Валерий, конечно, говорят за тебя. Значит, большая часть России за меня. Повторяю, средняя зимняя температура на 8 градусов у тебя, холоднее. Вот, к которому ты пришел, как-то больше за тебя говорят. И большая часть России, значит, за меня. Сейчас. Вот потому я и не спорю. Просто я буду дальше смотреть
и наблюдать за дело. Давай. Дело в том, что я патологоанат, у меня такие вещи есть, которые не видит и не узнает никто. Патологоанатом единственный на планете. Я разрезаю поперек, и что я вижу. Так вот почему причина, когда рогулька растет. Вы потом увидите. Вот. Фактически два дерева и потом разваливаются пополам. Это потом. Нету ни у кого таких снимков. Поэтому я не могу спорить со слепыми. Вот что мне обидно. Я вынужден спорить со слепыми. Вот. Вот обрезка на кольцо. Это дикий ужас. И дерево заболевает и умирает от этого. Я сейчас скажу такую вещь, а потом доказательство буду продолжать это, вести запись вот эту. Итак, 10-12 лет назад страшная болезнь пришла в Минусинскую котловину. Лучшие сады ни в Сибири, нет, во всей России, включая Дальний Восток, вам это не снилось, в Москве это не снилось, даже на юге России, даже в Краснодарском крае это не снилось. Курдюмов приезжал, у нас яблоки, это самое... Невкуснее картошки и прочее, прочее. Все это было. У нас все дохнет, у нас все гибнет, у нас абрикосы не растут, у нас персики не растут, а у нас все растет. И вот, если приложить некоторые усилия. А усилия, знаете, какие? Сказать? Приложить усилия подойти к дереву, собраться с силами, собраться с силой воли и не резать. Чтобы вот этого не было. Вот этого вот. Потому что 10-12 лет назад пришла страшная беда. Пришел бактериальная болезнь, я его назвал для жути бактериальный рак, хотя это не рак. Вот. Пришла с юга, вместе с саженцами пришла, заразила у нас сотни тысяч деревьев, этих, вся наша красота. Мы были поставщиками яблок, Красноярский край весь, Кемеровская область, это самое, Иркутская область, Тува и вплоть до Норильска. Все было, у меня все соседи по 100, по 200 ведер сдавали. Большинство из них вырастили с моей молитвой. Вот. И одна часть, все это было уничтожено. А помогло обрезки. Я видел, как быстро умирают обрезанные яблони те же. Только яблони поразило. А необрезанные, хотя бы долго еще продержались, но тоже умирали. Почему? Кроме естественных ран, морозобоины, все это помогло уничтожить яблони крупноплодные. Как класс! Лучшие сорта в мире. Я волнуюсь, мне сейчас надо идти, как это называется, мне сейчас надо идти валидол пить. И вот сейчас я еще в свою пользу, я еще несколько фотографий покажу. Вот. Это то, что творится. Вот это вот общепринятый прием называется перевод на обрезка, перевод на чашу. Вот эта дурь дичайшая, вот чем кончается. Еще раз говорю, Валера. В смысле, пока... обрезка на перевод это. А она тоже на кольцо. Она... Не одобряете, да, обрезка на перевод? Конечно, нет. Это та же обрезка на кольцо, вы увидите сами. Страшные вещи, страшные, жуткие. Невероятно. Это вот. И у меня сотни. Я сейчас показываю то, что первую голову приходит. У меня на самом деле их это в сотни раз больше. Вот. Смотрите, я то, что попадется, сейчас покажу. Я разрезал поперек ран. Ни один человек до этого не догадался. Вот это вот, что вы сейчас увидите, потом увидите, это называется 2 миллиона 150 тысяч просмотров, так? И это признано страшнейшая рана, невероятнейшая. Диаметр ее равен диаметру этому самому. И не заживает. А считается, она заживает. Я ненавижу эту даму, которая вот там внизу написана. Это. Ладно, вот так сделаю. Ненавижу, и чтобы фамилию не видели. Просто поверили мне на слово. Вот. Вот это люди, да, вот эти люди. Это жуть, потом увидите. Они зарабатывают десятки тысяч, сотни тысяч рублей на невежестве людей, которые их приглашают, платят гигантские деньги. Есть люди невежественные в другом плане. Вот как эта вот дама, вот, не буду фамилию называть, то увидит, то не увидит. Она флорист, ей цветочками заниматься, и она придумала, как резать весной. Весной вы правильно сказали? А они правильно говорят, позднее весеннее. Почему? Есть два способа обрезки. Вы увидели, обрезать надо, но оставлять сучок. Он же служит, этот сучок, он служит, знаете чем? Он служит пробкой. Не дает туда морозу попасть.
в большом количестве. Пробка. Если остается сучок. Сейчас я договорю. Вставку можно небольшую? А, давайте. На 3 секунды, вставку небольшую. На каком расстоянии вот обрезаете, вот, допустим, не на кольцо, а вот сучок, на каком расстоянии сучок оставляете? 10-15 сантиметров. Даже если сухая. Если вы обрезку хорошо, делаете... Это совпадает с моим мнением. Да, ой, да. Спасибо, Валера. Я уже отчество забыл. Для меня Валера друг, старинный друг. Человек, который вырастил мои персики. Я ходил счастливо. Я почему запомнил? У меня сотни, уже тысячи последователей. В тысячах садах персики растут, абрикосы, сливы. Но Хрусталев это номер раз. Номер один. Извини за такие эти. Так вот, эта дама... ловлю на слове. Вы сказали, они говорят, должна быть послеосенняя. Правильно, но как? Есть два срока обрезки. Первое, уверены 100%, видите мертвую ветку? Отрезаете в начале сокодвижения, чтобы это сок, ну, не обязательно мертвая, подмерзшая, полуживая, вот, покрытая грибами. То ли живая, то ли нет. Вынужденная, да. Так вот, а первая обрезка, ранняя, почему? Об этом тоже никто никогда не говорит. Для чего нужно сокодвижение? Каждую весну происходит сокодвижение по принципу «это ремонт дерева». Не от нас, мы со своими секаторами только недавно появились. А миллионы лет это и грызли лоси, козы. Знаете, сколько в этом году козы поуничтожали и зайцы? Я получил несколько сотен горестных писем, несколько сотен. Это по всей стране. Вот. Они грызут, а дерево с помощью сокодвижения активного занимается ремонтом. И вот приходит май, сокодвижение, жара, проснулись почки, это значит, все сокодвижение закончено. Но есть и второй способ, прав и чудоплатов, ой, Чудопалов, прав и Долматов. Второе, срок существует. Но он последний. Это позднее весеннее, когда видно, да, вот они зазеленели, и тут же рядом сухие. Вот сухие-то и убирайте. А видно будет, а многие же не ну, как живые. Есть такое слово «живые», есть мертвые, а есть слово «как живые». Хрен поймешь. И вот когда они действительно уверены, это уже вторая половина весны, вот тогда и отрезайте, второй срок. Но потом появляется вот такая вот выпускница тимирязевки, которую я не могу преодолеть свою неприязнь, которая несколько месяцев долбит всю страну, купите вот эту. А там летняя обрезка, осенняя обрезка, зимняя обрезка. А когда ж оно вылечится, сокодвижения нет, зимою, представляете, понаделать ран, а она же не понимает этого. Вот я выгорелся, а ну мне нужны доказательства, я иду дальше. Смотрите, вот это показываю. Вынужден, это моя жизнь, моя судьба. Вот вам еще, пожалуйста, это якобы зажило, хрен вам зажило. Следующее, это потом увидите. Итак, верхние два снимка, якобы вот это неправильно, левый, а правый вот этот же, дикий, страшный, который использовала та дама и 2 миллиона человек научила, она якобы правильно, якобы заживает. Подлейший прием. Нижняя. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь получается так. Самый левый, он... Валера, потом увидишь. Извини, использую тебя. Самый левый якобы правильный, а вот эти четыре, косой, кривой, горбатый, якобы неправильный. Вот так надо отрезать. Железо утверждает, судя по тому, что я вижу здесь, все пять опасные, смертельные, вредные. После них-то и появляется... После них тля появляется, жуки, пауки, эти самые гусеницы появляются. Вот. Потом появляются грибы, уже уничтожают мертвую ткань, их принимают за живую ткань, посылают вас в магазины, вы закупаете пол магазина и травите деревья, искалеченные вами, и заодно уничтожаете, никто не понимает, куда это все идет, а все идет в почву. А уничтожается. Эти самые муравьи ценнейшие, которые признаны за врагов, уничтожаются гусеницы, ой, уже нет, уничтожаются хренцами с гусеницами, уничтожаются черви, уничтожаются бактерии, уничтожаются грибы, основа жизни. Вот. И вот, вот это умный человек якобы нашел самый левый, такой же смертельный. Я разволновался, я уже таким тоном говорю. Вот. Все, сейчас у меня заказ заканчивается этот самый. Я переключу.
Вот еще один. Сейчас он каждые 20 минут он сам останавливается. Сейчас, секунда. Да я сам останавливаю и включу.